Всем доброе утро. Тут вот все переставили. Поставили красиво вот эти вот горшки. Чарли какую-то траву жрет. Чарли, ты уверен, что у нас съедобно? Не ешь ее, пошли. Там у нас за поворотом барчик есть, но он ночами только открывается. Может быть, они готовятся к открытию. Тут наверху еще один ресторан есть. А в ресторане, а в ресторане. На улице прям хорошая погода, такая жара, если бы не ветер. Ладно, поздоровалась, пошла работать. У меня из-за того, что машина стояла, ну, не ездим на дальние расстояния. В общем, бензин застоялся. И, в общем, вчера вот сказала мужу, чтобы мне вот такую штуку купил. Это специальная для машин. Именно вот заливаешь вот эту жидкость. Видите, очиститель дизельной системы. У нас же даже по-русски написано. В общем, у нас уже так было раньше. И машина, когда застаивается, топливо, оно же разное бывает. И вот машина просит прям. Тот, кто, наверное, водит машину, знает, что и как с ней происходит иногда. И вот она у меня просила почистить ее. Это нам посоветовала однажды механик. Вот. Он говорит, даже эта жидкость используется для... Вот перед проходом техосмотра у нас очень трепетно относятся к загрязнению. А где ключи? К загрязнению окружающей среды. В общем, господи, ключи. Если у вас выхлопные газы там превышают непонятно что, то машина не проходит техосмотр. И вот нам механик сказал, купите эту жидкость и это. На третьей скорости по шоссе. Езжайте. И все будет хорошо. Весь двигатель очистится. И правда. И потом, знаете, мотор так хорошо закричал. И вот надо было... 12 рублей, евро это стоит жидкость, вливается в этот бачок. И все. И очищается двигатель. Вот какие я знаю штуки разные, видите? Это же моя ласточка. Я сейчас Меркадони. Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Смотрите, у нас маски уже в доступности такой, что они ни хрена никому не нужны. Вот 6 евро там. 10 штук 6 евро стоит. То есть раньше они на кассе были, типа они по 5 штук на человека, непонятно чего, а сейчас вон лежат. И все, никто их не хочет. Еще кое-какое новшество сейчас вам покажу. В общем, народ тут ходит. Блин, я не знаю, что я хочу, вернее, я уже ничего не хочу. Я приехала еще посмотреть, думала... Вдруг черешня появилась в Меркадоне, но не появилась. Кефир есть, все есть. В чем-то заключается, я не пойму в чем, но тележку нужно вот так разворачивать, чтобы она вот так вот входила. Я не знаю, в чем за прикол, какая разница, как она смотрит, но надо так. Пипец, значит, какая разница, какой стороной она туда смотрит, вообще не понимаю. Сейчас не стоит вот мужчина, который нам разрешает раньше вставать. Сейчас можно заходить, ну как бы без очереди, да, но везде. На каждом шагу стоят вот такие штуки с гелем, с бумагой и с перчатками. И, в общем, прежде чем взять тележку,
берешь, вот так все себе делаешь. И в магазине в самом то же самое. Везде гели. Полиция куда-то поехала. Везде гели, перчатки. Ну, нет уже, знаете, той очереди, которая вот была раньше. Мужик стоял, работник, и всем вот он это говорил. Надевайте перчатки. Все уже сами надевают перчатки. Все сами обрабатывают руки. И все, все спокойно. Поехали. Мои вчерашние овощи. Так, надо их чем-то наложить. И купила вот такие вот котлетки рыбные. Сейчас тоже на гриле сделаю. Будет у меня такой гарнир. Овощи. Чем же их наложить? Так это получилось. Пахнет просто нереально. Все овощи проварились. Так что ням-ням. В Меркадоне купила вот такую муку, чтобы хлеб делать. Это не белая пшеничная, это какая-то вот... Ну, хлеб из нее похож на наш ржаной. Ну, это, наверное, есть же ржаная мука. И вот хлебцы вот такие взяла попробовать. Я не любитель всяких хлебцев, еще что-то там. Ну, вот. Ну, вот взяла попробовать. Похрустеть. В общем, да, Арина де Сент... Это ржаная мука. Нашла кое-какой рецепт. Так, мука. Вот у меня есть мука. Там нужно все равно белая обычная мука. Так что сама хлеб забацаю. Че мне? Дрожжей у меня там. Ого-го, сколько. Знаете, что хочу купить? Вот это вот такой есть этот. Такая как кружка, вот селка, шик-шик-шик-шик. У меня была, но сплыла. Поэтому я муку не просеиваю. Так, и знаете, всегда все получается замечательно, поэтому... Я люблю ржаной хлеб. Поэтому и езжу в Лидл, потому что там вот хлеб прям как наш, знаете, этот вот черный. Ну, не черный, он серого, серым его называют. Вот смотрите, какая мука. Прям ржаная, ржаная. Надеюсь, вкусный хлебушка получится. Пока хлеб там замешивается, вы знаете, что Испания выходит из карантина, и у нас время разделено по фазам. Каждая фаза длится 2 недели, но есть исключения. Вы знаете, что мы в первой фазе сидели чуть-чуть 2 недели, потом 3 недели. В общем, как-то непонятно. Сейчас мы сидим на второй фазе всего неделю. Вот. Потому что все это зависит от того, сколько есть зараженных, как это все передвигается. В общем, где-то, вот, например, Мадрид все еще находится на первой фазе, мы уже на второй. И, в общем, сейчас сижу такая, смотрю, вы знаете, что я подписана на нашего мэра Луиса Гарсия Чаморро. И представляете, что я читаю, что с понедельника мы переходим на третью фазу. Мы всего на второй фазе неделю были. Это значит, что можно передвигаться, в общем, почти нет никакого карантинного состояния. Можно передвигаться из одной провинции в другую. В общем, знаете как, я как бы рада, а с другой стороны не очень, потому что, ну, смотри, Мадрид точно не перейдет в третью фазу, они, по-моему, во второй. То есть у нас как, если Мадрид находится во второй фазе, а мы уже на третьей, то мы никак не можем пересекаться. Ну, это естественно, да, потому что в Барселоне и Мадрид самый вот пик вот этих вот зараженных, хотя в Испании сейчас все каждым днем все меньше и меньше их, но все равно есть, вот. Поэтому, можно сказать, уже все чаще и чаще разговаривают по телевизору, что скоро откроются границы. Еще не знаю точно, для всех желающих или только для тех, кто живет в Евросоюзе. Также слышала, что с Германией
не хотят к нам ехать в отпуск. Хотя у нас очень много немцев отдыхают летом. Французы, немцы, кто еще, какие, кто там еще там. Ну, в общем, весь Евросоюз к нам слетается. Посмотрим, как что и будет. Но держим ручки. Потому что у меня сегодня была клиентка одна. У нее двое детей живут в разных провинциях. Представляете, они как бы заточены, можно сказать, по работе. Один учитель в Кордове, по-моему, он работает, а другая дочка у нее в Мурсии, и они никак не могут попасть, как говорится, домой, не могут приехать, потому что они находятся в разных провинциях, и она говорит, блин, так хочется уже увидеться, а не можем, да, конечно, вот так, и сейчас читаю такой, думаю, ой, обалдеть, ну надо же, с понедельника. Так вот потихоньку выходим. Хотя мне, в принципе, без разницы, какая фаза. Потому что я говорю, я не так часто езжу куда-то в другие провинции. Смотрите, какая лепота. У нас сегодня не такой сильный ветер. И я вот открыла дверь, и Чарли вот так загорает. Жарко ему. Моя рыба сладкая. Купила вот такие штуки. Это знаете для чего? Чтобы макияж смывать. Это вегеталь, ну то есть натуральный продукт. Там в Меркадоне купила две вот таких вот штуки. Макияж смывать. Знаете для чего я пользуюсь? Когда наносишь маски. Соловей мой, соловей. Голосистый соловей. Вот, и руками ее хрен смоешь. И вот этими штуками очень хорошо смывать. У меня есть такая как бы перчатка. Вот, тоже для снятия макияжа. Ну, вот это, мне кажется, будет лучше ей смывать. Именно вот маски. Не макияж, а я глаза не очень люблю тереть всякими вот этими штуками. Также я всегда с водой смываю. Макияж, мне кажется, так более безобидно, чем тереть какими-то щетками или еще чем-то попало. Вот. Все-таки, мне кажется, руками такого трения все равно не происходит. Вот. Попробуем. Еще мне, смотрите, очень давно не приходили вот такие вот письма, можно сказать, из этой магазина Yves Rocher. А вот сегодня гляжу, в ящике лежит с предложениями вот такое вот письмо. Классно. Это тоже говорит лишь о том, что мы, конечно, в нормальную жизнь, такую, какая была раньше, до карантина, мы уже никогда не вернемся. Вот, потому что жизнь, все течет, все меняется. Но все забудется. И все будет как прежде, даже еще лучше. Это я в этом просто уверена. У меня есть расческа для Чарли, но он как ее увидел, сразу тиканул. Он ее просто ненавидит. Хочу почесать его немножко, но он ее боится. Вот приходится, знаете, типа, я сама себя такая чешу,
Такая вот, типа, это не для него, это для меня. Митико. Такая вот чешусь. Потом расческа, типа. А он, типа, такой, да, нет. Не любит он расчесываться. Будем как-то... Но я все-таки хочу его приучить, потому что столько линяет. Видите, он боится ее. Хотя, не знаю, никогда не было такого, чтобы ему там больно. Ничего такого не было. Он просто боится ее и все. Я его чешу там раз в год. Попробую. Ясно. Хотя не вижу никакого смысла в этой чесалке, потому что смотрите, сколько всего вычесала. У него шерсть такая, знаете, как шелк. И вся шерсть просто слетает. А вычесывать его как кошку, вот, она на нем не задерживается. Поэтому не вижу смысла его мучить. Ой, я же чай тут заварила. Смотрите, какой хлебушек у меня уже поднялся. Ни хрена себе. Ни хрена себе батонище. Представляете, нужно бежать. Сейчас расскажу, куда и зачем. А у меня же хлеб. Сейчас его запихаю в духовку. Как раз время подошло. Он какой здоровый. Ой, ну я думаю, успею. Не сгорит же. В общем, в понедельник мне муж говорит, мне нужно заменить колеса. Я заказала себе 2 колеса. У нас с ним одинаковые машины. Вот. Я такая, ну, заказала. Потом такая, хожу. Говорю, слушай. А что тебе это новые колеса? Мне надо новые колеса поставить. Ну, я так подумала, было. Почему ему новые колеса, когда надо моей машине новые колеса? И такая говорю, ты знаешь, ты же на своей только здесь по городу ездишь, а на моей-то мы ездим и в Гранаду, и в Малагу. Тогда новые колеса нужны мне. Ну, знаете, даже не стала протестовать. Говорит, ну ладно. А я в прошлом году колеса себе меняла. Он говорит, ну ладно, давай тебе поставим новые колеса, а я себе твои поставлю. В общем, ему пришли сегодня, пришли новые колеса, Сули, которые я отжала себе. Сейчас едем, чтобы нам их поставили. Ему мои, а мне новые. Правильно, я же девочка, мне нужны новые колеса. Ой. Так что у меня сегодня прям это, машинный день. Мою красавицу будет с новыми туфлями. С чистым мотором. В общем, все зашибись. Я говорю, сколько будет по времени это займет? Он говорит, минут 30-40. Я говорю, о, у меня как раз пожарится, испечется хлеб. Так что вот так, еду колеса менять. Здесь у нас, кстати, это недалеко делается. Вот такие вот планы. Это я, знаете, к чему? К шопингу готовлюсь в понедельник. Я еду, девочки и мальчики, на шопинг в понедельник в Гранаду. Так что не забывайте подписаться и посмотреть, как у нас там и что. А вот будет. С новыми колесами, с очищенным этим мотором. В общем, и может быть даже еще и помою машину на этой неделе. Так что все возможно. Я хотела сегодня, но, видите, у меня хлеб в духовке, и надо только туда и обратно. Чарли, естественно, со мной. А куда? Я без Чарли никуда. Куда я? У меня даже иногда, когда наши родственники видят где-нибудь меня на улице, говорят такие, а Чарли? Без него, если видят, я говорю, дома сиди.
Опять в подъезде поменяла колеса, теперь мои красавицы на виду. И бегом домой посмотреть с хлебом. Я думаю, что мы даже меньше получаса были там. Тут рядом недалеко. Меняют колеса. Мы всегда по одному и тому же ездим. Да, моя любовь. Ой, он что-то вырубился уже, что ли? Надо еще чуть-чуть. Что-то он какой-то беленький. Значит, было больше 40 минут, надо же. Надеюсь, так можно, что хлеб 40 минут, но, видимо, духовка такая. А может, у меня свет вырубился? Нет, не вырубился. В общем, он какой-то не запеченный. Еще раз поставила. В общем, смеемся такие. Муж говорит, ой, мне в январе надо менять задние колеса еще. Он сейчас передние меняет, мне говорит, задние еще. Я говорю, о, говорю, у меня в январе опять колеса надо менять. Говорю, там посмотри, какие мне нужно. Он такой засмеялся, говорит, смеется. А муж не понял. Такой, я говорю, ну, у меня, говорю, новые колеса будут в январе. А, он говорит, опять новые поставишь? Я говорю, ну, естественно. В общем, меня Чарли все, смотрите. Свинюшка. Он там испугался, там же всякие эти. Я вчера орхидею свою поставила поливаться. А ее ж полчаса надо. Вот так вот в эту вот поставила. И пошла спать, представляете? В 10 поставила, в 12 пошла спать. И что-то мне в голову приходит такая, блин, орхидея. 2 часа стояла в воде. Я думаю, что ничего страшного. Бутончики какие у меня распустятся скоро. Я думаю, что ничего страшного, если она бы 2 часа постояла в воде. Ведь правда же? Так что вот так. Чучи мой. В общем, здесь все как всегда. Сейчас пойду попью, доделаю хлеб и пойдем гулять. Вот такой хлеб у меня получился. Он, знаете, какой-то получился плоский. В форме, что ли, его надо было делать или что. Сейчас посмотрю, разрежу внутри. Ну, естественно, надо попробовать. Хороший хлеб, но... В Лидере он покислее. В Лидере прям вот как наш, знаете. А этот... Кислинки не хватает. Ну, вкусный. Так что у меня хлеб есть. Мне теперь его хватает. Хватит недели на 2, наверное. Если не на больше. Ну, если муж не поможет. Сейчас остынет, и я его отправлю в холодильник. Все, я пошла гулять. Нанесла себе маску. Вот эта вот, которая пузырится. Она, знаете, когда пузырится, начинает так щекотит лицо, что просто трындец какой-то. И хочется все это почесать.
А если почешу, то смою? В общем, да. Прям вот около носа, прям... Прям когда вот чувствуешь, как пузырится, аж прям вот... Ух! Ладно. Будем ждать, пока это все пузырики сдуются, надуются. Вот видите, как она смывается? Пузырики, пузырики. Ой. Ничего, потом еще надуются. Сдувается, надувается. Так, что я ищу? Телефон, телефон, потому что пойду монтировать видео, друзья. С вами я буду прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. Всех благ, приятных выходных. И всем пока-пока. Пошел кушать. Он кушает редко. Не знаю, может, 2 раза в неделю. Ну, это сухой корм свой. Вот так перебивается, что я ему дам. У меня с тарелки тыбзит. 1/3 своей еды съедает Чарли. Ну, я уже много раз говорила. Например, 2 сосиски делаю, 3. Одну ему, 1 себе. Так и живем. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока.